Мы пришли к выводу, что все семь команд работали отлично. Кто с этим согласен? Все семь лидеров помогали все, что на большинство. И со всей искренностью помогали даже не своим партнерам. Это так? Да. И вообще, спецтренинг прошел на хорошем методическом уровне. Вы согласны? Да. Энтузиазм был? Был. Радость от работы была? Да. Ощущение уверенности и силы, которые приходят от навыков и знаний, появилось? Да. Все. Значит, денег кто-то заработал? Да. Кто-то работал 100 и больше долларов? Ё-моё! Но, кстати, все, кто заработал 200 и больше за это время здесь, 200 и больше, вы прожили неделю здесь, и 200 и больше. Громко крикни, кто сколько? Сколько? 350 на циклах чисто. 350? Да, ну, ну вот по чекам, да? 350. Да. Как тебя зовут? Алексей. Откуда? Из Уфы. Из Уфы. Вот, как от Арсана Уфы. Алексей, 350. Сколько? 320. 320. Молодец. Сколько? 270. 270. Сколько? 220. Отлично. Сколько? 770. Сколько? 770. И слышу. 770. 500. 500. Никогда. А профессия какая? Врач-педиатр. А, врач-педиатр. 500 долларов. Врачу-педиатру. Слава Богу. Сколько? 320. 320. Сколько? 485. 485. Сколько? 210. Сколько? 255. Сколько? 200 долларов. Сколько? 225. Отлично. Сколько? 310. Отлично. Сколько? 210. Не слышал? 210. 430. Ё-моё. А? Я вас всех поздравляю. Вот это показатели. А? Садитесь. Итак. Команды. Все семь, как я уже сказал. Оказались, по сути дела, все победители. Я правильно? Общее количество всех за все семь команд. Значит, итоги. Хорошо, спасибо. Ставка китов. Сколько думаете? 178. Гол пакета. 17. Платину с пакетом. 27. Ром. Что, бронз одна? Это практически. Бронз 2. Две. Бронз-две. Сильверов. Четыре. Четыре. Голд-три. Платин-три. И Плашков-два. Ура! Ура! Команда распределились следующим образом, по местам. Почетное седьмое место заняла команда номер два. Кто лидер? Команда номер два. Почетное шестое место заняла команда номер семь. Кто лидер? Пиши. Заходите. Да выйди, не сиди там. Тимур, Мани, Андрей. Так сидел? Да. Почетное пятое место заняла команда номер три. Почетное место номер четыре заняла команда номер шесть. Почетное
Призовое место. Сюда, Алексей. Призовое место. Третье. Заняла команда номер один. Второе место почетное. Призовое. Заняла команда номер четыре. Самое первое место заняла команда номер 5. Это... Вот я хочу от вас увидеть вами. Поблагодарить вас. Сильно поблагодарить вас. Очень сильно. Особенно победителя. Видите его? Андрей Шевченко, город Краснодар, платина. Военный человек. Молодец. Спасибо. Команда, вы довольны своими капитанами? Да. Ладно, ребят. Да. Знаете, что нам надо? Их на пенсию, а среди вас выбрать покруче. А их на следующий отправят куда дальше. Согласны? Да. Все, мы поздравляем вас, спасибо вам большое. С вами мы еще будем собираться отдельно в интернете, сядем, и у меня вам есть масса вопросов, как нам это дело переварить, сделать выводы, чтобы на следующем спецтренинге уже срабатывало все это лучше. Вы заметили, вот в опыте уже все побывали на спецтренинге, что такая, такой подход более эффективный. Правда? Да. Когда наставник, спонсор поближе, да просто старший, опытный человек, поближе к своим людям, плотнее работает с ними, более эффективно можно проводить эти выступления. Согласны? Да. Все, давайте поблагодарим. Теперь я хочу вывести сюда, пригласить сюда уже всех, кто закрыл квалификацию. Те, кто закрыл квалификацию. Те, кто стал здесь, нет, ты тебя я видел, малыш. Те, кто стал бронзовым. Слава вам, удачи. Кто стал бронзовым.